Ребята, всем привет! Всем привет! С вами, как всегда, папа Миша, Дима и Лёша на канале Cool Twins. Приветствуем вас! И сегодня будет обзор игры «Покрась или умри» на базе Roblox. Ну что ж, поехали! Ну смотрите, тут плюс 9 лет! Да, вам всего лишь по 7. Ну, буду, значит, играть я, будете смотреть. Или будете подсказывать? Подсказывать будем. Хорошо. А я, может, я буду управлять. Не, Дима, ты не можешь. Давайте разберемся сейчас. Поехали. Сейчас посмотрим, как обстоят дела в данной игре. Сложно здесь или нет, разрешите. Хорошо, можно разрешить. Так. Что нам нужно сразу сделать? Это вторая часть. А, смотри. Это как? Нажмите, чтобы открыть. Белый пролитие игру, чтобы открыть. Вот. Чтобы разблокировать. Куда нам нужно идти? Это белый. Сюда, наверное. Нет, у нас черный. Нет, не можем. Не можем. Это белую краску нужно. А это нет. Неверный цвет, вернитесь назад. Так, поехали. Нет. Подсказывайте мне, что нужно сделать. Куда идти? Ну а как это? Нужно все закрасить. Угу. А ты же мне объяснил. Смотрите, это хорошо, а это нехорошо, если в трубу. А это вот так, это плохо. Давай. Выбери первый цвет. Выбрать? Угу. Нет, красный. Да, мы можем. Вы теперь можете открывать красные двери и прятаться на красных стенах. Угу. Мы можем прятаться. А это там правило было. Безопасная зона. Миш, и что нам нужно делать? Он пока что не тут. А. Так. Опа, кисточка. Нам нужна она? Да. Чтобы открыть дверь. Главную. Да. А, нам нужно насобирать 13 кисточек. О, это монстр. Где ты видишь? Вот это, ты видишь, он приближается. Вот эти вот? Да, каракули приближаются. Можно собрать 13 кисточек. Вот он. Тихо, прячемся. Так, смотри. Угу. Он не послушался. Мы пойдем сюда. Не вижу пока монстра нигде. Так. О, кисточка. Есть у нас две кисточки. В маленьких вот этих щелях. Это мы не можем открыть. Не можем пока, да? Угу. Филит. А что нам нужно для этого? Фиолетовый? Краска? Да. Тихо. Тут может... Ой, нет. Тут нам... Опа. Вот каракуль. Я вижу, я же стою. Тихо. На месте. Это его тут. Тут часто он тут часто будет. Это секретная комната. Не секретная, но должен там еще. Вот, каракуль. Почему же я не вижу монстра самого? Надо там быть, наверху. О, там может о. быть кисть. Тихо. Смотри, он не видит тебя. Тихо. Каракули. Опа, девчонку увидел, побежал за ней. Он за ней побежал. Мы, знаешь, сюда где-то можем. Нам нужно достать кисточки, да? Да. Так надо. Опасно очень. Здесь безопасная зона. Она рядом. Мы уже круг сделали. Мы здесь уже были. Сейчас я тут. Подсказывайте. Опа, о, вот. Собираю. Сюда нам надо? Да. Это там... безопасная зона? Да. Да. А нет, это не то. Что это? Кисточка. Ну да, 313. Стой, не выпадай. Сейчас. Смотри, он будет часто тут. Красный опять. Да. Все.
Он пойдет сюда и нас убьет. Ага, здесь мы были, да? Вот дверь. Главная дверь. А что там? Там мужик крапает. Ну, еще где-то кисточку найдем. Или нет, или там вход 313, мы, значит, проходим уже, да? Нет, надо 13. Смотри. 13 надо. Видишь, мы не проходим. Нужно, чтобы вот эта дверь бобух сделал. Опа. Вот видишь, он тут сейчас. Ну, очень близко, перевозли нас. Опа, убежал за желтым. Ты видел, он уже возле нас прям стоял. Иди отсюда. Не, он тут рядом. Это его следы на полу, да? Да. Он не любит цвета. У него следы. Ты игрок. О, какая-то. Опа, кисточка. Взяли 4 кисточки. Красная дверь. И что это значит? Давай я уже смазываю. Теперь ты не можешь уже. Отвертка. У нее есть. А ты не можешь, надо молоток. Или не можешь спрятаться? Нет, тут надо... А, черт! Надо молоток, а зачем я взял отвертку? Чтобы что-то другое открыть? Да. Вентиляция. Нет, блин. А, да. Может сюда зайти? Нет. Не зайдет сюда? Он такой длинный. А, он высокий, да? Да, он высокий. А, все, я понял. А как же я теперь спрячусь? Просто надо... Ну, шумит. Еще одна комната. Это тоже будет. Куда нам идти? Сюда. Вот мы успеем. Вот ключ у него. Ну что, за ней идти? Нет, 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 нет. Нет, 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 там он тоже может быть. Уходит, тут бродит. А тут можно быть секретной комнатой. Но они редко бывают. Угу. Он ходит тут бродит. Очень быстро! Успел я? Успел! Ого, опасно. Так. Очень опасный чудик. Чудо-ипы. Я просто не понимаю, куда мне нужно идти. Что нужно надо делать. Надо в безопасную зону. А где она? Как она выглядит? Она... туда надо идти. А тут... Это вот. Это... Сюда нам надо? Да. Ну тут можно... Тут успокоиться. Успокоиться? Это что-то нам может подскажет? Мы можем за текстуры вывести. Давай. А, мы не можем? Может это как карта какая-то, нет? Это карта. Запомнил? Тихо. Тут. Часто. Интересно, интересно. А где нам взять ведро с краской тоже?
Надо это отверткой. Что сделать отверткой? Вот за безопасной зоной. О, как она прошла. Мы не можем. У нее есть? Мы видели раньше. Это монстр. Не, это музыка такая. А это вот не выход? Это не выход. О, безопасная зона. О. Там, стой, вон там. И что здесь теперь? Туда? Да, а потом поворачивай. Там вот эта линия? Да, это секретная комната. Это секретная комната. И что нужно сделать? Как-то проникнуть. Да что есть? Нужен зеленый цвет, наверное. Да нет. Давай заходить. Боком, боком. Боком надо. Как боком? Опа. Он где-то возле безопасной зоны. Как же туда попасть? Но сюда не вешаемся. Я знаю, как. Я могу тебе помочь? Давай. Дима, я могу. Так, где-то тут была эта комната. А как же нам в ту попасть, что вы говорите, боком? Лёш, забыл это... уже? Ты ушел от нее. Лёш. О, кисточка. Нет. Опять кисточка. Прошел? Так, чувак. Ну, давай я боком. Ну, пусть Дима попробует тоже. Лёша уже ушел даже оттуда. Тут надо бочком. Давай, давай. Как-то игра держит в напряжении, скажи, Лёх. Ну, да. Ну, да. Не, никак не попадешь, да? Надо боком. А как-то боком надо. О! Опа! Есть. О, смотри, лестница. И что это? Давай, давай. Молодцы. Это что у нас здесь? А, тут надо мостик, и ты можешь дальше. А как мостик сделать? Тут надо доска. Доска надо. А где доску взять? Где-то, я не помню. Это. Ага. Так, ого, да. Какая секретная комната. Что толку от этой секретной комнаты, если мы не можем ничего там же сделать, правильно? А тут? Тут рядом. Почему все они с краской, а я... Я убью. Нет. Это комната. Успел. Да, успел, успел. Но успел. Он не успел, когда надо тронуть. Вон тут нет. Вот тут, вот там решетка. И что здесь? Отвертка написана. Опа. Слишком легко. Дверь. Заходи в этот дверь. Тут надо паркур. Ничего себе. Вот это придумали. А если я упаду? Ничего страшного. Думаешь? Там есть лестница. А, тут нет. Давай. А ты просто вот так прыгаешь, прыгаешь. Опа. То что-то изменилось, обновилось. Ну тут на изи мы уже. Одной. Не перепрыгнув все, да? Надо обязательно и на эту прыгнуть. Фух. А здесь перепрыгнув все. Да. Итак, отлично. И у нас есть теперь и кисточка, есть и краска. А можно этот? Это не можешь, это бирюзовый. Бирюзовый? Ну поехали. Так, мы теперь оранжевого цвета. У нас 6 кисточек из 13. Что нужно дальше делать? Дим, еще плюс 7. Кисточки все равно находить нужно, да? Оранжевый цвет, вот. Точно такой же? А мы же видели оранжевый бир. Я не помню где. А где-то здесь? Где-то тут. Где-то в начале как-то. Нет, не в начале. Ты еще прокрутил. Они бежат, значит, там монстр. Опа, кисточка. Отлично. Еще 6. Осталось 6. Прикольная игруха, да? Угу. Немного страшно.
7 плюс 4, 11, а если плюс 5, это 12, если плюс 13. 20, ну, 16, Дим, 16. Я уже забыл. 7 плюс 7, 16. 7, нет, 7 плюс 7 будет 4. А, 4. Опа, он мост обозвал. Да, это что? Вот это красотень. А вон он куда-то рядом. Это рыючка. Ой, зайдет. Ты видел, он за двери выглядывал. Ох, не, за... Он там. Тихо, он там. Да он там. Все убьет тебя. Ну мы же вот встанем. Я видел. Миш, можешь туда залезть. Сюда? Давай на пол. Здесь мы же были уже, правильно? Да. Да. Там делать нечего. Так, вот он. Вы видели где-то оранжевую дверь, да? Да, где-то тут. А ну-ка вспоминайте, давайте. Тихо. Скажите. Ну, я вижу, но он же не видит нас на оранжевом. Так, так, так. Ну ты против, ты вот каракую, а ты не видишь. Не вижу. Но я ведь вижу, что есть оранжевый цвет рядом, я стану и все, я не вижу. Все. Да не бойся. Да надеюсь, туалет нелегко. Здесь что-то вообще не видно, как на кушать. Анатолий знает. Девчонка, тебе надо в самое начало. Он что, зашел к нам? Нет. А, нет, показалось. Смотри. Мы все знаем, а она нет. Она тоже узнает это. Она идет туда. За ковричка идет. Так. Давайте ищите, ребят, оранжевую дверь, помогайте мне. Где-то где-то на координатах. Здесь? На координатах. Здесь? На координатах 809. Это в начале. Нет, Дима, она не в начале, ты что? Ты не знаешь об этой игре, а я еще... Мы ходим, получается, кругами. Вы так не думаете? Мы должны найти эту оранжевую. О! Мы нахмай. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну видишь, мы нахмай, но это слово нахмай. Ну ничего страшного, мы же успели, все. Все хорошо. Вообще, ребят, понятия не имею, где искать эту оранжевую комнату, даже не помню, что мы. Это нужно в разных местах искать. Да! О, нашли ее. О, наконец. Мне показал. Давай быстрее, быстрее. Это что? Желтый. Это желтый! Желтый. Помните, где был желтый? Да, я помню. Вот за это. Напротив этой. Боже, это как новое место какое-то, да? Напротив этой, Божечки. Да, мы напротив оранжевой двери. И опять ходит здесь. Тоже. Так. Желтый. Желтый был напротив оранжевого. Скажу. Может кто? Ну, помните. Надо пройти тоже обязательно. Так. Кто-то заметил. Было напротив оранжевого. Ну а ты помнишь, куда нам идти?
Ну, то, ну, ну, такая. О, вот. Это надо тут. Пила надо? Да, пила. Показывай. Пила. Вижу, что написано пила. Вижу, что написано пила. Так, погнали дальше. Угу, это вверх. Опа, снова паркур это паркур? Это еще сложнее? Да. А тут снова путь. Свет хребет, он наверх. А, типа не сюда иди? Что-то нужно? Это сюда надо. Надо. О, надо сюда, а потом... А, ого! И как туда попасть? Можно вот так сделать. Ты можешь это сделать, но... Это вообще ужасно сложно. Нужно как это проходить. А ты не знаешь. Ты знаешь как? Ну покажи. Дима, ты не знаешь. Тихо. А куда надо? Двери? Нет, надо прыгать. А потом можно вверх развивать свет. А потом эту кисточку. Одна. А, нет. Одна еще. Есть, мы перепрыгнули. Давай я еще заберу. Давай я заберу. Я о, прошел. Там нужен ключ. Ты не можешь остановить вас. Так, что здесь? А что, ключ. Мы взяли краску и что еще? А, и кисточку? И кисточку. Осталось всего 5. Так, зеленый цвет у нас. О, ну, помните, хочу... где зеленая дверь? Зеленая дверь. Дим, давай твои координаты. Говори координаты. Ты записывал координаты? Где мы проходили где-то. Очень было опасно. 89. Тоже? Отличился? Да. Тут безопасная зона, я знаю. А где безопасная зона? Извините. Есть. Видимо, покажу как. Тут немного. Ну смотри, тут плюс ноль. Там скорость. Там нужна доска. Досочка. Это секретная комната. Вот безопасный зон. О, да. Это безопасный зон. Что это значит зеленый? Нет, не можешь. А что это такое? Это просто такие декорации. А-а-а. Тут стоят эти трое. Да давай вылезать. Вон он же бежит. Девчонка, смотри, какая. А-а-а. Маша Козырёв. Это вообще не отходит от тебя. Чего он ходит? Все, отошел. Давайте, будьте внимательны. Нужно скорее уже закончить игру, найти нам 13 кисточек. Сначала нужно через данную игру. Смотри. А что будет, когда он словит, что он сделает? Он тебя убьет. И ты появишься там на начале, как он. Красный цвет. Это еще одна секретная комната? Ну, здесь может быть. Здесь нужно пить.
А давай не будем пилить. Так у нас пилки даже нет. Так, да, начинаем мы как отсюда. Возьмем более. Ты сюда заново проходишь. Ну, ты знаешь, какая краска сейчас? Смотри, 8-13. Каких-то почему все заново? Я думаю, все заново. Ну, все заново уже. Да, наверное, все заново. Так, ну что ж, ребят. Ну, сохранить кисточки. Да, не смогли мы найти зеленую комнату, да. Ничего страшного, нас словили. Ну, игра затягивает на самом деле. Хочется подумать, где же она находится. Так что в следующий раз, возможно, покажем вам в игре, если наберем 200 просмотров на данном видео, где же все-таки скрывалась зеленая эта дверь. Да, ребят? Да. Хорошо, тогда будем прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был папа Миша, Леша и Дима. Все, подписывайтесь на нас. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.